Thank you.
Ну да, да. Это дом вот 90-е годы. Вон рамы, посмотрите, какие старые. Ой, смотрите, лед голый. Осторожно. Как они здесь ездят. Вон все это навалено такое, как будто... Thank you.
Да, как дом отдыха, кстати, да. На лес, да, вот какой. Вон там верхний этаж кованный. Да, здесь полные ботинки, будет снега. Ага. Это Толя говорит, жили бы там вдвоем и заблудились бы. Я где-то там книжку читаю на террасе, а Толя где-то в доме там умоется в душу. И забыли. Тут он, Серега, не тут. Да, приехал, да, да. Город, в гости приехали, может, в гости... 2 дня не виделись. Понимаешь, а там 2 столовых, там, ну, своя такая автономность какая-то, понимаешь? Зашел там, да. А в теннис... журнал лежит и кофе еще горячий. Да, значит, здесь. Значит, здесь, Серега. А потом смотри, он в теннис там, знаешь, что-то играет там большой. Там, где-то. Или в бассейне плавает. Да, да, да. И так я смотрю, бассейн ко мне, там просто, блин, так всплывает, такие волосики прилипшие, знаешь, так. Ты такая опять и поплыла, знаешь, под водой плывет. Ну, ну, слава богу, здесь не уехали. Ну, ну хорошо. А хрен его знает, я не знаю куда. Ну здесь бы там ехать некуда. А, да, да, да. А, да, 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 да. Давайте чуть-чуть туда пройдем. Там вот такой вот, смотрите, склон какой. Оксана, смотри, вот это интересно. Вот он Токсово. Это холм такой высокий. Мы в тот раз с Серегой не дошли. Здесь речка. Вот здесь вот речка. Речка. И там такой он холм. Вот это Токсово, вот это холмистое такое вот место. Вот настоящее. А там дальше, кстати, ворота какие-то, кстати. А, мы даже и не поняли в зарослях-то. Кстати, сейчас можно чуть-чуть пройти туда. А видишь, речка до сих пор еще. Да. Да, 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 кстати, следы вот прямо так вот ведут. Там, наверное, вид красивый с холма. Сейчас, ну, посмотрим. А там, кстати, тоже какие-то постройки. Ну, это вообще в лесу, да? Вот, кстати говоря, вот если было бы время, может быть, завтра съездить. Вот там вот это садоводство, которое я тебе вчера рассказывал, как его называют? Кто эти твари? Куй здесь теперь у меня в башке крутится. Вон домик на верхушке. Вот там садоводство вот этот красивый. Вот там интересный лес и дома стоят. Я даже хотел мать туда свозить. Ну настолько классно, а мы можем сами съездить. Вон дом впереди еще. Вот это, кстати, интересно. Давайте подойдем, посмотрим. Заезд, не знаю даже с какой стороны туда, по логике. Кстати, какой тут красивый. Такой холмистый, елки. Идешь, он с тобой не висят. Да, 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 да. Не вровень, вот с тобой, а с холма не висят. Как Швейцария. Yeah. Такая. Санкт-Морец какой-то. Кстати, да. Там такая мрачная разруха. Это хорошо, это нам очень важно. Контраст. Ух ты. Ух, ё-моё, что здесь? Туда он какая-то тропа ведет, да? Угу. Кто-то туда забирается. По тропке. Интересно. Как будто здесь демоны живут. Да, да, да. Демоны живут здесь. Слышишь, вот со времен досталась земля. Не факт, что она у них в собственности сейчас. Не факт. Вот эти домики, они могут быть самозахватные. Они просто так раньше строили, ну и все. О, смотри. Смотри, наверху там какие-то бункеры. Разрушено все. А, по подвалу люди делали, вон. Вон подвал. Банки хранят. Ой, здесь никогда мы с собой здесь с Серегой не были. Мы что-то дошли и ушли. Вот такое мрачное место. Слушайте, и он дом большой. Это уже, вы знаете, это мы как раз вышли с другой стороны вот к этому садоводству, о котором я говорил. Только оно туда дальше. Да. Пятиэтажка. Обычный. Ух ты. Что он, ну, это... Нора. Детям играть-то прикольно здесь. Но они уже наигрались до жопы. Я бы здесь побоялся бы ребенка отпускать. Я здесь гвоздем в башку воткнется что-нибудь. Слушай, прикольная съемочка-то на самом деле. Я музыку наложу. Блин, теперь батарейки бы только хватило. Отходите, отходите. Здесь у них горка.
Вот люди живут. О, ля-ля! Я думаю, надо обратно нам топать. Уже там дома. Я уже понял, где мы. Нам то и надо, у нас время поджимает. Нам еще много что смотреть. Надо завтра немножко пораньше обчухаться и съездить вот в это садоводство. Вот там ты погуляешь. Вот там реально красиво. Вот там действительно красиво. Вот это интересно. Ну, садись. Персональная горка. Нет, я нормально иду. Можно попробовать там какой-то склон просто подняться. Будет там панорама красивая или нет? Вот я бы... Вы можете не ходить, я могу... Надо у детей ватрушку взять. Не-не, там где вот подходы были, я бы хотел просто... Вы можете постоять, я быстренько забегу туда, посмотрю. Прямо лучше не быстренько, мы тебя не торопим. Будешь медленно. Только не уходи. Но ты нам нужен. Кто нас домой взял? О-ля-ля. Интересный лес такой. Здесь трубка. Ты по этой имеешь в виду? Да, наверное, то она и есть. Сейчас я... Да, сейчас я хочу посмотреть. Ты-то, Оксана, ну куда? Вот ты скользишь везде. И все равно это самое. Здесь очень скользко. Здесь, наверное, тоже люди катались. А здесь нет ничего. Там, кстати говоря, дорога вот так какая-то тоже проходит. Столик стоит такой. Ну, столик здесь деревянный, скамейки там. Как зона отдыха какая-то. Там ничего, я думал, там может вид какой-то, ничего там. Нету. Там, кстати, на этом уровне дорога какая-то. Ну, как такая же дорога. Куда-то ведет. Ну, туда она и выходит. Вот на это продолжение той аллеи, судя по всему. Здесь удобно хоть идти, более-менее. Да, люди здесь буксуют. Мне было бы не выехать, это точно. У меня лысая резина, блин. Теперь мы можем чуть-чуть туда дальше, да, завернуть, как бы, и потом, да, как бы обратно, вот по той дороге, там уже будет дворец стоять. Этот дом с другой стороны еще посмотрим. Да. Там, где... Ну сейчас хоть более заметно. Там витраж красивый. Да. А я же не помню, я уже забыл, да? Да, там даже когда солнце. Я и забыл. Через витраж пробивало, так красиво было. Да. Ну дом, конечно, прекрасный такой вот в этом смысле. Вот видосик запилю, как говорится, выложу, музыку наложу, там классическую какую-нибудь. Вот поезд ходит рядом.
вот это садоводство по границе с поездом. Как бы по той стороне. Здесь вот железная дорога так вот идет. Но там, конечно, лес красивый. Да, вот забрести нам. Но там надо пройти будет. Скажем так, вдоль садоводства. Но мы все равно по садоводствам любим гулять. Поэтому снег так и идет. Не кончается. Ну, дом, конечно, ну посмотрите, вот, Оксана, даже на верхнем самом этаже, вот полукруг, где, да, даже да, там вот, угу. Там вот, это как будто комната и своя такая, патио такое. Там часть дома тоже. Так, смотрите, аккуратно здесь лед. О, блин, забабахали, да? Офигеть, здесь какой-то огорожен кованный фигней, да? Зачем-то огорожен. Площадку просто забабахали ровную. Ой, блин. Вот... Вот что самое интересное в этом доме, сама по себе архитектура и ощущение по нахождению, по взаимодействию с этим домом, с этим ландшафтом, с этой архитектурой, именно взаимодействие. То, что, вот, например, я когда вот приезжал там куда-нибудь там далеко за границей, я обратил внимание, сначала это было мне удивительно, такое чувство, как будто моя личность стирается, и образовывается новая личность, вот все новое. Воспоминания, все стирается, и такое чувство, как будто новая жизнь, вот как говорят, забыл старую жизнь, и все новое. Вот так это и есть. Это такое чувство интересное. Я вот один, вот когда заметил это чувство, оно периодически ко мне приходило. Вдруг, когда я далеко там уезжал, там типа Франции что-то. Причем там, где расслабляешься. Тебя ничего не беспокоит, это все плавно уходит, забывается. О Петербурге не думаешь. Я никогда, правда, о нем не думал, но когда уезжал, но все равно. И вот Серега, вот тоже в этом смысле слова, вот уникальность. Ну, его и моя, так сказать, и уникальность в том, что мы всегда могли вместе взаимодействовать. Вот как, ну, так по-колхозному говоря, на одной волне. А вот я ездил с другими людьми, все. Как, блядь, шли я под хвост попала, блядь. Хочу домой, блядь, хочу позвонить жене, детям, блядь. Что ты ехал, сиди с ними в обнимку. Да. Что ты выперся на какие-то сраные 10 дней, и уже он там тарахтит днем и ночью, блядь. Идем мы по этому самому, по Санкт... Не, не сам мы не Сент-Тропе, господи. А! Монблан. Шамони-Монблан. Идем. Дома резные, все красивое. Подсветка спускается, каменная. Расписное все на фасадах, как это альпийские вот эти вот деревни. Блять, идет жене. Нашел время жене звонить. Дурак ты, что ли? Ну, я понимаю, позвонить, ну, вечером там, ну, какой-то... Сейчас, в эту секунду. Ну, не сейчас, не в эту секунду. И в Межове. Идем в Межов. Это перед... Да. Это такие значимые. А, да, точно. Да, точно. Да, да, вот я. Слушай, я и не вспомнил даже о нем. Солнце было оттуда, и он прямо, там прям был цветной, знаешь, оттуда, когда солнце. Как интересно, действительно. Какие-то навесики. Да. Да, да, он террасированный. Да, 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 да. Здесь как бы одно, а там по сути. Здесь как будто один этаж, там второй, да? Ну, может быть, там. И даже здесь все огорожено, забетонировано, площадка. Вся. Там снега нет, там можно бродить постоянно. Великолепно. Великолепно. Ну. Вот этот дом, он рождает максимально мощные эмоции вот у меня. Как-то вот тебе понятно, красивый тоже. Но там одно, а вот это вот, и вот здесь и прогуляться можно, считай, лес свой. Обратите внимание, какая сосна. Один ствол. Да, 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 да. Как букетом. Ты понимаешь, какая интересная? Да. И каждый из них, она как отдельный ствол. Да. А у них не недвижка, может, где-то в другом месте. Они сейчас, может, все уже уехали за границей, где-нибудь сидят. Это, я думаю, это не единственная недвижимость.
А это вообще на этой машине, может, сторож какой-нибудь приехал, кстати говоря. Mm-hmm. Это, может быть, не хозяин, а, mm-hmm. судя по машине, это же простой там, да, Nissan, да, что ли. То ли Мурана новый, то ли просто Nissan. Ну, это у них, как бы, смотрите, знаешь, дом. Да, 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 скорее всего. Чтобы дом отопить. Так, пойдемте здесь. По-моему, на этой улице, на крайней, потому что там вид был на эту, на город, да, вот этот дворец, по-моему. По-моему, здесь он был. Да, там фахверковый дом, вот я вижу, тоже мне понравился. Ну, здесь тоже, как говорится, не лишенные шарма дома, но уже другая история. Тоже тут сосны есть и все прочее, но, как говорится... А вот этот дом строил мужик, что-то лазил, помнишь, вот здесь он? Что-то он там лазил, да. Еще с этой крыши, видишь, какая одна покатая. Кстати, построен из каких-то пеноблоков, каких-то старых, еще и забетонированы в углы. То ли дом разваливаться стал, скрепили, то ли что. Не совсем понятно. Вот там вишни, прям вот мы вишни ели. Да-да-да-да-да. Прям вот Оксана не было бы, конец бы вишни пришел. И домой не привезли, даже ни одну вишню. Ну, как-то, знаешь, что живешь, что хозяин будет. Она как, там как декоративная, как будто они сами ее не рвут, видимо. Такая пушка на заборе. Ага, да, вот это вот дом-то интересный, кстати. Там все освещено по периметру. Ну, наверное, это... Цвет, конечно, дома мне не очень нравится. Как-то лучше бы зачернили бы чуть-чуть бы его. Просто коричневый, такой шоколадный, ну фиг знает. Не ахти. А, да-да-да-да-да. Да-да-да. Такой интересный. Там тоже вон какие-то ограждения, какие-то вон те самые. Надо было штатив мне взять, такую палку выдвижную. Я бы сейчас шел бы с палкой. Вот этот дворец, по-моему, есть, да? Это нужно тогда штат, извините, и прислуги, которые будут это убирать, намывать, накирывать. А что вам рассказать? Их есть у меня. Да и все. Ну, забор, конечно, желтый. Вот это я не понял юмора. Ну, аисты. Символ Эльзаса. Вот вид какой. Посмотреть. Ага. Привет, Ева. Да, привет тебе, вот и Сережа. Большой пламенный. Лишнего не говори, да. Не было такого. А мне почему-то казалось, что он мрамором в лицо. Что-то мне казалось, так он нет. Это кирпич вот этот, видишь, состаренный кирпич такой вот интересный. И тоже никого... Кто-то ползает там, ходит кто-то внутри. Света нет, но ползает. Раз, два, три, четыре этажа. А вон смотри, как Серега. Елка какая стоит. Две люстры большие, елка тоже так интересно. Да, да. Красиво. И у вас тоже, и у нас тоже красиво. Наверное, отделочные работы еще ведутся. Да. Вот туда будет, я так понимаю, это фишка панорамного вида за домом, так я понимаю. Но туда
Там вот тоже другой дом стоит. Они доделали, помнишь, еще делали? Типа гаража. Там, знаешь, как бы большой. Ой, я и забыл, тоже, точно, точно. Мы подумали, наверное, гараж будет здесь у них. Да, кстати, кирпич, интересно, выложен. Угу. В таком голландском стиле каком-то, облицовочный. Ну, ну, классно. Угу. Классно, конечно. Вот это вот два гаража, вот двери. Вот две двери, это въезд в гараж. Видишь, отделочные работы еще ведутся, еще фонари недоделаны некоторые. Да, ну там вид на город. Это, конечно, панорамная. Ну, такая своя, свой интерес такой. Угу. Слушай, ну тут единственная такая дорожка, да, где. Ну, а там, падла, деревья все равно высокие. Зараза. В том же стиле построено. Да. Еще доделывается, видишь, что за здание, да? Непонятно. Это просто ОСБ дом обшит и покрашен. Просто ОСБ и все.
Ну что, все. Сейчас мы поедем в отдых.